Поселок Тикси – очень суровый арктический край. Зима продолжительная, длится до 8 месяцев с сильными ветрами, порывы которых достигают до 40 метров в секунду, и морозами до 40 градусов. Осадки в пурговые дни достигают до 3 метров. В суровых климатических условиях в поселках Тикси и Тикси-3 проживает свыше 5000 человек. Весь январь месяц были пурги, достигающие до 30 метров в секунду. Осадки снега после пурги достигли до 3 метров с большими сугробами. Все замело снегом дороги, пешеходные переходы, что затрудняло перевозки людей маршрутным и служебным транспортом, а также передвижение людей по дорогам. Все необходимые меры были предприняты администрацией муниципального образования поселок Тикси для создания благоприятных условий для жителей поселка Тикси и Тикси-3. Задействованы все службы: ООО «Восход», служба по расчистке дорог, ГУП ЖКХ, управляющая компания по уборке придомовых территорий. Были наняты наемные работники для расчистки пешеходных переходов. Этот год как никогда у нас начался с больших пург. Была отмена женского труда, детские и дошкольные учреждения не работали, школьные и образовательные учреждения. Наша администрация начала в первую очередь с уборки дорог работу. Очень тяжелое наследство нам пришло с администрацией прежней. Ни одной транспортной техники соответствующей. В этом году администрация муниципального образования поселка Тикси запланировано приобретение 2 мусоровозки и снегоуборочной техники для уборки придомовых территорий. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.